Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ приглашает вас на заключительный поединок 23-го тура первого дивизиона, в котором сегодня здесь на Флотской сразятся «Россонеро» и «ВЭТ». Два коллектива, которые располагаются на самом деле на разных полюсах турнирной таблицы, но это отнюдь не означает того, что сегодняшний матч будет простым для одной из сторон. Уверен я, что мы увидим плотную борьбу, тем более, что турнирная таблица, турнирная ситуация, она заставляет и тех, и других сегодня играть исключительно на победу, что, конечно же, только на руку сегодняшнему зрелищу. Главный арбитр встречи Михаил Бесчастных проводит традиционные предматчевые ритуалы, разыгрывая право первого удара по мячу. И стороны, на которых команды начнут сегодняшнее противостояние. Давайте не будем тратить слишком много времени на раскачку. Быстренько познакомимся со стартовыми составами играющих команд. Тем более, что, уверен я, события могут начать стремительно развиваться с первых же мгновений. По традиции начну я с состава номинальных гостей. Футбольный клуб ВЭТ в традиционно красно-белых цветах играет. Но вот ввиду того, что совпадают цвета команд сегодня, вынуждены они облачиться в манишке. В воротах у ВЭТ сегодня номинально полевой футболист Юрий Геращенко. Он и в прошлом туре играл в рамке ворот своей команды и сделал это более чем успешно, отыграл на ноль против лидера чемпионата. В два центральных защитника действует ВЭТ, это Виталий Амельяненко, 5-й, и Дмитрий Масленников, 34-й. Рустем Латфулин, номер 2-й в опорной зоне, Александр Степнов, 10-й, в центре поля расположился. По краям в созидании будут ему помогать Владимир Юрченко, 7-й, и Иван Семин, 28-й. Виталий Казанцев, номер 99-й, на острие атаки. Россонеро, как вы понимаете из названия, в красно-черных цветах сегодня играет. В воротах Константин Мараховский, номер 12-й, линия обороны слева направо, Денис Романенко, 20-й, Владимир Ермощенко, 8-й, и Илья Симонов, номер 3-й, Семен Нагорных, номер 99-й, в опорной зоне, Владимир Благов под нападающим, Антон Монин будет действовать по левой бровке, на острие атаки Никита Козлов, номер 10-й. Вместе с вами за ходом этого противостояния будет следить Никита Лаврентьев. Давайте и по полной заявке команд пробежимся. У ВЭТа сегодня появиться на поле могут Виктор Дерюгин, 80-й, и Константин Панин, номер 8-й, когда он приедет на стадион на Флотской улице. У Россонеро Дмитрий Арапов и Кирилл Филиппов, 5-й и 15-й номера соответственно. Ну и говоря о том, что сегодняшний матч будет безусловно очень интересным, нужно отметить тот факт, что яркие личности, в частности в атакующем плане, собраны в составах команд. В частности, если мы говорим про Россонеро, это, конечно же, Никита Козлов, который на втором месте в списке снайперов дивизиона находится, даже несмотря на то, что Россонеро вблизи зоны стыковых матчей за выживание обитает. Вот Козлов забивает очень много, на его счету 29 забитых мячей и еще 11 голевых передач, 40 баллов по системе гол плюс пас. Ну а у ВЭТа ровно с такими же показателями по количеству голов и передач Владимира Юрченко. Давайте за этой атакой до конца посмотрим. Она может быть крайне интересна, но здесь в обороне ВЭТ действует очень удачно и в итоге отбиваются от этого наступления. Ну а дальний выстрел, конечно же, никаких неприятностей Юрию Геращенко не доставляет. Что касается ВЭТ, то тут сразу два фактора X возможных у красно-белых. Это в первую очередь Александр Степнов, естественно, капитан команды, который является лучшим бомбардиром своего коллектива. Но Владимир Юрченко, который вместе с ним в центральной линии действует, зачастую довольно несправедливо обходится без должного медиа внимания, а ведь на секундочку он является лучшим распасовщиком нынешнего сезона в первом дивизионе. Он уже отметился 24 голевыми передачами, при этом еще 16 раз поражал ворота соперника сам, в частности и в первом круге этого розыгрыша, когда Россонеро и ВЭТ встречались здесь на Флотской, тогда Юрченко отметился хет-триком, ровно как и Александр Степнов. Ну и в итоге противостояние такое заоблачное,
конечно же, Козлова и с одной стороны, и Степнова с Юрченко с другой будет. Но опять-таки, если мы будем отталкиваться от предматчевых раскладов, то понятное дело, что ВЭТ является фаворитом. Команда на четвертом месте турнирной таблицы располагалась и располагается прямо сейчас, но Практик сыграл в ничью вот буквально только что в центральном противостоянии тура, не сумел одолеть лагерь. Более того, Акулы в последний момент прямо отскочили, будем прямо, так же как Россенера сейчас отскакивает от пропущенного мяча, он в штангу попадает после удара буквально с линии штрафной. Ну а Россенера необходимо, конечно же, бороться за выживание и увеличивать отрыв от Интера и от Трувера, которые не сумели разжиться очками в этот игровой уикенд. Но, понятное дело, опять-таки, вспоминая стартовые расстановки соперников, ВЭТ сегодня вынуждены действовать без номинального голкипера. Мы сказали уже о том, что Юрий Геращенко имеет победную серию, но не добавили тот факт, что в прошлом туре, когда ВЭТ встречался с Родиной, которая возглавляет турнирную таблицу первого дивизиона, Геращенко смог оставить свои ворота в неприкосновенности, а это не удавалось никому, если мне не изменяет моя память, по ходу нынешнего сезона в противостоянии с химчанами. Так что можно сказать, что помимо непосредственно статуса фаворита, сегодня ВЭТ еще и госпожу Фортуну на свою сторону призвал. Посмотрим, удастся ли Геращенко и сегодня оставить свои ворота в неприкосновенности. Пока 5 минут всего прошло от стартового свистка главного арбитра встречи. Пару раз пытались химчане к воротам ВЭТ подобраться, но сделать это удачно не получилось. ВЭТ также атаковал несколько минутами ранее, помним мы, да, попадание в штангу и первый по-настоящему голевой момент. Но в итоге счет у нас пока по-прежнему не открыт, 0-0. Команды присматриваются, тем не менее, друг к другу и даже не столько к себе или к сопернику, сколько к газону. Несмотря на то, что на улице плюсовая температура, обильно снегом посыпает поле, и в определенных местах можно даже по вот, картинке телевизионной увидеть, образовываются лужи, и возможно, если сейчас чуть-чуть так подморозит и небольшие наледенения появятся, что безусловно будет сказываться на качестве сцепления с газоном, а следовательно и на технико-тактических, в том числе, действиях соперников. Здесь нужно, понятное дело, и определенные поправочки делать. Зачастую принято говорить, что вот такая погода, когда становится более скользко, это время таких более ветеранистых, да, команд. В первую очередь, конечно же, если вы всегда следили за первым дивизионом, вам на ум придет команда «Фортуна», которая уже во второй лиге выступает. Вот это ее любимое время и, к слову, подтверждает она этот тезис и во внутреннем чемпионате второй лиги. Сейчас уверенно, начав после новогодних праздников набирать зачетные баллы. Но вот сейчас, на самом деле, я даже и не скажу, кому выгоднее сложные погодные условия сегодня, в эту ли или же Россенера. Будем, наверное, уже подгонять задачу под ответ. Посмотрим, как будет развиваться событие в этом матче. Пока атакует в это, атакует уже в чужой штрафной. И хорошую, в принципе, передачу Степнов туда вот направо отдавал. Там, по-моему, Иван Семин был. Тяжело, конечно, ориентироваться по футболистам номинальных гостей, которые вынуждены действуют в манишках сегодня. Хотя, возможно, в принципе, это и Виталий Казанцев. Было не так важно. Пока эта атака ничем интересным не обернулась. Ответ химчан. Вот удар с левой ноги и первый гол в сегодняшнем матче. Никита Козлов, подтверждая статус главного голеадора своего коллектива, на исходе, я так понимаю, 8-й минуты забивает первый гол в этом противостоянии. Здорово убрал мяч под левую и в дальний угол пробил. Здесь, конечно же, едва ли можно какие-то претензии Геращенко предъявлять. Опять-таки, даже несмотря на тот факт, что не является он по своей прямой профессии голкипером, удар получился хорошим, плотным по такому скользкому газону, возможно, даже и чуть-чуть ускорение таким образом мячу покрытие придавало.
В общем, 1-0, Росонера выходит вперед, еще даже первая 10-минутка не закончилась, ну а Геращенко таким образом 38 минут свои ворота в неприкосновенности, 68, да, конечно же, прошу прощения, сохранял с учетом предыдущего поединка. И вот его сухая серия закончилась. Посмотрим, удастся ли Вету быстренько ответить на пропущенный мяч. Пока такое территориальное преимущество потихонечку начинает вырисовываться у красно-белых. Но, наверное, оно больше связано с тем, что они на чужой половине поля больше с мячом общались. Ну, а для Никиты Козлова этот мяч стал 30-м в нынешнем сезоне. Больше только у Николая Ведищева из ФИФТа. Тот, конечно, набрал фантастическую форму. И понятное дело, что экс-футболист беды на фоне второго по статусу чемпионата Северной Лиги выглядит футболистом высокого класса. Но вот Никита Козлов достаточно долгое время на равных с Хавбеком студентов в списке бомбардиров значился, но постепенно все-таки отстал от конкурента. И сейчас, конечно же, в первую очередь его мысли связаны с тем, чтобы помочь химчанам сохранить прописку в первом дивизионе. Отрыв красно-черных пока двумя только победами значится от варягов. Ну а сейчас чуть было дело автоголом не завершилось. В итоге все обошлось, и Геращенко с линии ворот мяч в аут выбил. Из боковой красно-черные продолжат владение мячом. Не удается никому из химчан выбраться на оперативный простор. А вот Юрченко уже входит в штрафную. Пас на дальнюю. Не попадает мяч в сетку. Но атака продолжается. Степнов бить, конечно же, через частокол ног не будет. Но Юрченко продолжает свое движение. Еще один потенциально голевой момент создает. Но в итоге вновь дело даже ударом не заканчивается. Степнов. Нужно, наверное, выбираться из угла, что прекрасно и делают красно-белые. Подача. Ну, здесь Мараховский выходит из ворот, но сталкивается с Владимиром Благовым. И в итоге мяч из рук выпускает. Будет контратака в исполнении красно-черных. Монин останавливает мяч, хотя, казалось бы, делал передачу. В итоге удар мимо створа. В итоге проходит. Ну, а раз уж мы заговорили о бомбардирских свершениях Никиты Козлова, отметим, что ФИФТ, который играл вчера на домашнем для себя стадионе в парке «Дружба», оказался ожидаемо сильнее «Интера» 4-0. И вот Ведищев там дважды отличился во второй половине встречи. В итоге у него 45 забитых мячей. У Козлова, как мы сказали несколькими минутами ранее, 30 голов, да, действительно. Вот так вот сильно Ведищев сумел оторваться от своего оппонента. Понятное дело, что... Да, 40 по системе гол плюс пас у Козлова было, конечно же. Вот Ведищев сумел создать себе солидный задел в борьбе за звание лучшего снайпера чемпионата. Степнов завершает наступление своей команды ударом, но мяч выше створа проходит. В итоге заканчивается эта атака ничем. Активное начало поединка. Команды совсем немного времени на раскачку потратили и сразу же взялись, что называется, за дело. Опять-таки, здесь быстрый гол помог химчанам почувствовать уверенность, в том числе собственных силах, и в том числе получили возможность красно-черные строить тактику на этот матч, исходя из того, что они умеют делать лучше всего. Да, мы какое-то время привыкли
химчан, в том числе и исходя из манеры игры называть итальянцами, да, приелся такой штампик, что Росонеро в первую очередь команда Катеначо, но мы помним, что еще сезонов 5 назад, когда Росонеро вместе с Легионом и Туманом пробились в первую лигу, они были в шаге от того, чтобы в элитный дивизион квалифицироваться, но тогда, выиграв бронзу первого дивизиона, не сумели сквозь сито стыковых матчей пробиться в вышку, а в итоге на следующий сезон даже из первой лиги вылетели во вторую. Вообще у Росонеро со стыковыми матчами не ладится очень давно, и даже по итогам прошлого сезона, по факту, да, красно-черные из второго дивизиона поднялись через стыковые матчи в первую лигу, но это произошло исключительно из-за того, что недобор команд был по итогам большого количества снятий в вышке и в первой лиге, и в итоге, проиграв стыковой матч Прайду, который, к слову, сам теперь принял решение во вторую лигу отправиться, в итоге получили они своеобразный wildcard, что позволило Росонеро играть в первой лиге, а так бы во втором дивизионе пришлось бы им вновь добывать себе право на повышение в классе. Что касается ВЭТ, то команда в прошлом сезоне также выступала во второй лиге, правда, в другой подгруппе, нежели их сегодняшний соперник, и там стала чемпионом в борьбе с Волной команда Александра Степнова. Пополнила свою такую комнатку трофеев. В итоге в этом году играет в первой лиге, а кроме того еще и в Лиге Москвы. Там совсем скоро возобновится вторая половина группового этапа. И у красно-белых, так же как и у Северного Альянса, к слову, еще есть шансы на то, чтобы пробиться в плей-офф общемосковского турнира. По большому счету, там надо выигрывать оба оставшихся поединка, и тогда с большой долей вероятности только какие-то невероятные сценарии могут не позволить красно-белым пробиться в четвертьфинал Лиги Москвы. Но мы вернемся, наверное, к нашим внутренним делам. 23-й тур первого дивизиона Росонеро ВЭТ. 1-0 к экватору первого тайма у нас установился счет. И это заключительный поединок уикенда. Что интересно, Росонеро даже в случае сегодняшнего успеха не изменит своего положения в турнирной таблице. Они достаточно хорошо оторвались, как я уже говорил, от зоны стыковых матчей, где располагаются Интер и Трувор. Но те свои матчи проиграли, так что у Росонеро есть отличная возможность оторваться от конкурентов. Но здесь опять-таки надо понимать, что Интер, проиграв Фифту, в итоге в зону прямого вылета опустился. Здесь Мараховский вручает свою команду после удара Степнова, а затем еще и не позволяет мячу покинуть пределы поля на угловой. Все дело в том, продолжая предыдущую мысль, что Пресня уже сегодня, да, добилась волевой, по сути, но не по футбольной терминологии, победы над пиратами. Они вели со счетом 3-0 после великолепного стартового спурта, но умудрились упустить победу, казалось бы, в этом противостоянии, но на последней минуте, после того, как пираты все-таки сравняли счет по ходу первого и второго тайма, забили четвертый мяч и в итоге выиграли. И эта победа позволила команде Евгения Ручкина улучшить свое положение в турнирной таблице. А сейчас ВЭТ отличный момент имеет для того, чтобы сравнивать счет. И Владимир Юрченко забивает ответный мяч на 19-й минуте. Отличная атака в исполнении
красно-белых. Хотя здесь Юрченко-то на самом деле мог еще и налево покатить Александру Степнову. Тот совершенно один был перед пустыми тогда воротами. Но опять-таки, помятуя о том, что достаточно тяжелое поле, снег продолжает обильно посыпать газон, можно чуть-чуть не в ножку вложить, и тогда момент будет упущен. Ну а Юрченко решил все исполнить сам и прекрасно это сделал, пробить под дальнюю штангу. И Мараховский, к слову, как и Геращенко, да, в начале поединка едва ли имел шансы выручить в этом эпизоде. 1-1, и, наверное, по игре абсолютно закономерный на данный момент счет. Опять-таки, имея на руках все карты сегодняшнего противостояния, наверное, было глупо предполагать, что удастся в эту без голкипера оставить свои ворота в неприкосновенности. Поэтому у нас здесь небольшая заминочка произошла, да, защитник Россенера, выбивая мяч из собственной штрафной, аккуратненько прямо в нашу камеру попал. Извиняемся за такие технические ранее, пока штрафной зарабатывает Вэт. Подача, еще один мяч забивает красно-белый. И вновь его автором становится Владимир Юрченко. На этот раз с передачи Александра Степнова со штрафного. Тут классно набросил снаряд. И в итоге буквально за 2 минуты переворачивает все с ног на голову коллектив в красно-белой форме, который сегодня вынужден играет в салатовых манишках. 2-1. Дубль Владимира Юрченко с интервалом буквально в 60 секунд, может быть, чуть больше. Теперь надо, что называется, заново браться за дело красно-черным. Ничейный-то результат едва ли полностью мог устроить команду Алексея Кашина. А уж проигрывать, особенно после того, как ты открыл счет в начале поединка, не захочет никто. Ну да, действительно, вот покрылось поле немножко так снегом, и сразу видно, что немножко так заскользили футболисты, особенно после длительных рывков. Так, цена ошибки, шанс которой сейчас будет только вырастать, она, конечно, всем понятна, но едва ли кто-то сможет позволить себе не дорабатывать эпизоды по максимуму, а потому вот так убирать людей на замахах можно сейчас с большим успехом. Отбивается Вэт, Геращенко справился с очень дальним ударом оппонента, отбивая, правда, мяч перед собой, но защитники помогли и в итоге разрядили обстановку. Все получилось как нельзя кстати. Тут еще и выбивая мяч по бровке. В итоге соперник прерывал эту передачу. И в итоге аут, мяч остается у красно-белых. Еще один аут. Чуть вперед продвинулись номинальные гости. Сейчас, понятное дело, никуда спешить красно-белые не будут. Хотя вот в такие атаки убегать, конечно же, необходимо. Здесь замена тем временем произошла у Вэт в ходе одной из последних пауз. Сейчас разберемся. По-моему, Виктор Дерюгин на поле появился. Вот он, штрафной. И удар, но силы этого выстрела, конечно же, не хватило. Тогда дело очередным голом могло бы завершиться. На самом деле, вот на поле-то уже футболист по 23-м номером появился. И в предматчевом протоколе, насколько я понимаю, у меня такого игрока нет. Поэтому будем ориентироваться уже по ходу противостояния, кто же именно появился на острие вместо Виталия Казанцева. А пока еще одна атака, еще один голевой момент. Здесь Мараховский был вынужден выручать своих партнеров после рикошета от одного из защитников. Сделал он это эффектно.
Еще один угловой. На этот раз подача, правда, от Бровки. Не получается. Но мяч остается у красно-белых. Казанцев зацепился за мяч и пробил с правой. Аккуратно на автомобильную стоянку, где, возможно, и машины его партнеров стоят. Но понятное дело, что попросту удар не получился. И пытался Форд завершить наступление ударом, чтобы атаку на свои ворота привести. Мараховский далеко вперед выбивает мяч. Но не удается красно-черным за него зацепиться. Вообще игра разладилась у химчан после стартового спурта, когда атакой на атаку отвечали хозяева поля. Вот, пропустив в это, забрал инициативу в свои руки и нагнетал давление почти безостановочно. И в итоге дело двумя забитыми мячами Юрченко завершились. Вот сейчас, возможно, что-то получится интересное. Оригинально. Степнов пропускал мяч, чтобы не срезать его в свои ворота. В итоге чуть было сопернику не подарил. А Юрченко тем временем возглавляет еще одну атаку своей команды. Отдает налево. Прострел. Угловой будет. Защитники, вернувшиеся в оборону, разрядили обстановку. Ну а Юрченко сегодня неудержим просто. Если бы сейчас еще и голевую передачу отдал своему дублю, название лучшего игрока, наверное, не только этого матча, но и уикенда мог бы претендовать. Постепенно подходит к концу первая половина встречи. Три минуты с небольшим, да, чуть меньше четырех остается. Не думаю я, что Михаил Бесчастных хоть что-то на данный момент командам компенсирует. Пауз практически не было. Замен тоже было немного. Так что каких-то дополнительных обстоятельств для этого найти будет сложно. Но вот штрафной зарабатывает Россенера. Не получается с игры нагнетать давление на владение Геращенко. Вот, возможно, со стандарта сейчас что-то интересное придумают красно-черные. Здесь, конечно же, прямой выстрел напрашивается. И Кирилл Филиппов будет, судя по всему, пробивать по статичному мячу. Из трех человек стенку выстрелил голкипер красно-белых. Но удар прямо в него пришелся. С ним никаких проблем у Геращенко не возникло. И далеко вперед бросает на Казанцева. Неплохо. Степнов один на один. Слишком далеко от себя мяч упустил. И в итоге позволил Мараховскому, который, конечно же, грамотно вовремя сократил угол обстрела и вышел из ворот, спасти свою команду. А теперь ответ Россенера. Козлов. Козлов штрафной. Это тоже вот не очень было похоже на удар. Возможно, финт какой-то закладывал, но мяч не удержал. И в итоге тот до ворот пошел. Классно здесь в отборе было сыграно. Только быструю атаку сообразить не получилось. Более того, еще и мяч потеряли химчане. Степнов. Вот кому точно некомфортно по скользкому газону, так это Александру Степнову. Да, вот в предыдущем эпизоде мяч потерял и контратаку на свои ворота навлек. До этого выход один на один. По факту чистый, да, не реализовал. Сейчас будет перерыв, и, конечно, у футболистов появится время немножко поразмыслить по поводу своих действий и о том, как продолжать действовать в этом поединке. Степнов. Вновь у него мяч из-под ноги выбивает, но на этот раз без полного отбора. Не дойдет мяч до Казанцева. Здесь
защитники были надежны и попросту не пустили Форварда к мячу без нарушения правил. Совершен отбор. И здесь тоже чисто, но раньше фиксирует нарушение правил главный арбитр. В начале виража, который там Хабек Вэт закладывал. Ну и снова к мячу подходит Александр Степнов. В предыдущий раз, правда, чуть левее мяч располагался. Он выполнил классную голевую передачу на своего партнера. Сейчас Юрченко также вновь на линии вратарской располагается, готовившись подставить в случае необходимости голову. Но вот здесь еще и защитник слева подключился. Вам по телевизионной картинке этого не видно. Но именно туда и катит Степнов. А того в последний момент все-таки чуть напугал соперника. В итоге пришлось обрабатывать мяч. И момент был упущен. Степнов обрабатывает в обороне и отдает мяч назад на Геращенко. Последние мгновения первой половины посматривают и главный арбитр на свой секундомер. Вот пытался организовать атаку. В итоге потеря. Монин головой сбрасывает мяч. И сразу же после того, как он покидает пределы поля, главный арбитр встречи отправляет команды на перерыв. Ну что ж, подходит к концу перерыв в заключительном поединке 23-го тура первого дивизиона, в котором отношения выясняют Россонера и Вета. После стартовых 30 минут игры впереди номинальные гости 2-1. Россонера достаточно быстро открыл счет в первом тайме. Уже на 8-й минуте Никита Козлов пробил Юрия Геращенко и открыл счет в этом противостоянии. Но затем, ближе к концу первой половины, Владимир Юрченко в течение там 2-3 минут буквально забил 2 гола. Сначала сравнял счет, а затем и вывел фаворита вперед. В целом, резюмируя события первого тайма, наверное, стоит сказать, что в целом по игре, наверное, Вэт заслужил лидерство в этом противостоянии. За исключением быстро пропущенного гола, они контролировали ход матча целиком. Но вот достаточно долго никак не могли подобрать ключики к воротам Константина Мараховского. В концовке первого тайма тому пришлось изрядно покрутиться белкой в колесе. Здесь момент не удастся создать красно-черным. Да, те, конечно, пытались навязать контр-игру и в ходе быстрых атак старались они угрожать воротам соперника, но защитники в целом действовали неплохо, а с теми ударами, что в итоге доходили до Геращенко, тот уверенно справлялся. Помним мы, в частности, и штрафной, который перспективно выглядел, но Кирилл Филиппов пробил во вратарский угол, а Геращенко ошибки не допустил. Зарабатывает угловой Виталий Казанцев в сложной ситуации, там поле пришлось ему крутиться, и наверное, корнер в этой связи не самый плохой выход, тем более что после одного из стандартов в это удалось забить, но вот в этот раз получилось не лучшим образом. Контратака может получиться у Россонера. Козлов бить не стал, покатил скрытую передачу налево, но и Юрченко в том числе отрабатывает в обороне. А теперь ответ Вэт. Казанцев бить не стал, катит Степнова, тот ходит в штрафную, удар, и этот выстрел тоже заблокирован. Пока вот оборонительным силам предъявлять претензии, наверное, не стоит, особенно по второму тайму. И те, и другие с охоткой идут к своему так называемому дому в оборону и отрабатывают. Вот сейчас Семен Нагорных в подкате, насколько я понимаю, именно он был, заблокировал выстрел Александра Степнова. Катают мяч красно-белые, но в итоге ошибка последовала и не прошла передача
на Монина. Там тогда чистый выход 2 в 0 мог случиться. Монин и Козлов против голкипера соперника. Но, исправляя собственную уже ошибку, центральный защитник в это, эту передачу прервал. Неплохо. Степнов. И вновь не позволяет ему пробить с опасной дистанции. Тем временем, на самом деле, ухудшаются условия, в которых приходится соперникам выступать. Снегопад не прекращается. И, что, наверное, даже еще хуже, не тает, когда на газон опускается. Постепенно вот белая пелена полностью покрывает зеленый прямоугольничек на Флотской. Но, наверное, в такой ситуации оборонять добытое преимущество будет попроще фавориту, чем пытаться созидать и скрывать оборону соперника. Юрченко играет в центр. Пошла дальше передача на левый фланг. Вот большим числом атакует Казанцев. Не добирается до мяча после скидки Александра Степнова. В итоге потеря. Монин. Сохранит владение. А вот здесь уже переборщил левый атакующий полузащитник химчан. В итоге отобрали там вдвоем мяч у Монина баллисты в манишках. Козлов догонит мяч у углового флажка. Ну, отсюда можно продолжать атаку. Подача. И здесь надежно все в обороне у красно-белых до Кирилла Филиппова снаряд не дойдет. Сам же 15 номер и отправляется подавать от углового флажка, но слишком сильно получается эта передача. В итоге это наступление ничем интересным не завершается. Достаточно высокие были скорости в первом тайме, особенно в первые минут 20, когда в том числе и качество газона еще позволяло на высоких скоростях комбинировать оппонентам. В первую очередь это было связано с тем, что Вэт, который и считался, и считается фаворитом этого поединка, пропустив, был вынужден идти вперед большими силами. Сейчас было хорошо видно с нашей позиции, как мяч, катясь по газону, брызгами во все стороны разлетался. При этом сильно замедляя скорость своего передвижения по газону. Вот в таких условиях, опять-таки, да, высокие скорости показывать и комбинировать все-таки достаточно сложно. А вот побороться, потолкаться, как сейчас классно сыграл Никита Козлов, пожалуйста, передача штрафную с левой не проходит. Слишком большое скопление красно-белых в собственной штрафной. Ну и контратака у них тоже не получится. Здесь уже на горных подчищает здорово действие в опорной зоне. Масленников спокойно прерывает длинную передачу Мараховского и начинает наступление своей команды. Степнов один в один избавляется от Романенко. Пас дальше в штрафную проходит. Еще одна передача, возможно, она была лишняя даже. Но остается владение у ВЭТ. В итоге аут. Красно-белые зарабатывают, пытаются все равно идти вперед, используя комбинационный футбол. Номинальные гости. Это, если ты обыгрываешь один в один, конечно, получаешь численное преимущество на чужой половине. И сразу же можешь что-то интересное там придумывать. Удивительным образом сейчас вот сохранил владение в предыдущем эпизоде. В итоге вновь на контратаку
Нарывается Мунин, откидывает мяч назад. Филиппов направо. Лагов. И будет дальний удар от Нагорных. Нет, это Черпачок такой элегантный в чужую штрафную. Но, похоже, этот маневр ни свои, ни чужие не разгадали. Вот их там пытался девятка Росенера пробить, но так толком по мячу и не попал. Масленников. Длинный перевод вперед. Здесь Казанцев за мяч зацепится. Пас под удар. Не стали бить сразу же красно-белые. А вот теперь Степнов. Удар, рикошет. И повезло сейчас Россонера, что там мяч в чистоколе ног застрял. Потому что прицельно пробивал Александр Степнов. Козлов. Ответ теперь Россонера. Может получиться интересным. Удар-то будет. Заблокирован первый выстрел, а затем подскользнулся, да? Семен Нагорных, о чем мы с вами и говорили. И в итоге, мало того, что атаку до логического завершения не смог довести, так еще и мяч в него предательски отскочил. И в итоге ушел на удар от ворот. Казанцев. Хорошо принял мяч на грудь. Юрченко идет вперед. Его, в принципе, никто не встречает, но с левой пробивать не стал. Степнов. Вновь фирменное движение. И катит мяч в дальний угол Александр Степнов. Забивает таким образом третий гол этого противостояния. 3-1 на 40-й минуте становится счет. И именно те, про кого мы сегодня в начале трансляции говорили, и становятся главными действующими лицами этого поединка. Никита Козлов открыл счет в начале поединка, затем дубль Владимира Юрченко, и в итоге еще один мяч от Александра Степнова. Причем и Степнов, и Юрченко, я так понимаю, голевыми передачами друг другу отметились. Что ж, 3-1, и не сказать, что все в этом матче окончательно ясно. Есть еще 20 минут у Россонера для того, чтобы спасти игру сначала, сведя ее к ничейному результату. Времени более чем достаточно. Тем более, что не выглядят красно-черные такими уж безоговорочными аутсайдерами. Они достаточно много после перерыва атакуют, но вот до удара такого плотного, хорошего не доводят свои атаки. Конечно же, в такой ситуации забить достаточно проблематично. Он, Юрий Геращенко, там даже уже об штангу так немножко оперся, наблюдая за атакой соперника. Потихоньку продвигается вперед Вэт. Степнов. Не прошла передача направо. Но и этот пас от Россонера на чужую половину поля также был обречен на провал. Масленников. Налево. Емельяненко. Степнов. Еще одна потеря. Козлов принимает мяч. Но в итоге сразу же оказывается под давлением защитников соперника, и пробить ему также быстро не позволили. Казанцев. Серия рикошетов. Мяч буквально в течение 5 секунд раза 3 своего хозяина сменил. Степнов. Казанцев. Отыгрывается с партнером. Снова Степнов. Хорошая передача. А вот этот пас не пройдет. Хотя здесь отчаянно пытаются навязывать борьбу. Ух, какой неприятный рикошет для Константина Мараховского. Пойди мяч в створ. Не думаю я, что голкипер успел бы там сложиться и свою команду спасти. Замена у Россонера. Антон Монин отправляется отдыхать. Уверен я, что на концовочку он еще вернется на газон. Козлов здесь не догонит, наверное, мяч. Хотя нет. Позволяет он в подкате сыграть оппоненту.
быстро из-за боковой. Газов возобновляет эту встречу. Филиппов. Наброс. И здесь спокойно, надежно разряжают обстановку защитники В. Благо будет подавать. Наброс такой мягкий. Геращенко, который антропометрическими данными не обделен, спокойно выходит из ворот. Так, по-вратарски забирает мяч в свои руки. Затем, правда, пытался быструю атаку начать, бросив в прорыв Виталия Казанцева. Но точности этой диагонали не хватило. Или, возможно, сцепление хорошего с газоном. В том числе. Козлов вновь цепляется за длинную передачу. И сейчас здорово в домик Александр Степнова мяч прокидывает. Но это никаких дивидендов на самом деле красно-черным не приносит, кроме того, что владение они сохраняют. В итоге все равно приходится через оборону действовать, и там заброс слишком примитивно, да, чтобы насыщенную оборону соперника вскрыть. Надо что-то поинтереснее изобретать красно-черным, например, пользоваться вот такими вот подарками соперника. Благов катит направо, Геращенко... Ну, сейф на свой счет записывает очередное в этом противостоянии. Давайте не будем лукавить. Принял он удар на себя. Мараховский вот поскальзывается. Но никого из соперников рядом не оказалось, поэтому ничем это не чревато. Очередной заброс. Козлов успевает или нет? Судя по реакции, нет, уже за боковой линией он до мяча добрался. Времени все меньше и меньше остается у красно-черных, чтобы спасти эту встречу. Благов направо. И Нагорных пытался элегантно так пяткой поставить мяч партнеру. Вот в первом тайме Монин таким образом остановил снаряд и в итоге пробивал с левого полуфланга. Вот сейчас... В итоге только мяч потеряли в том эпизоде. Ну, здесь фол, да. Правда, сначала химчане нарушали правила, а затем, уже понимая, чем может такая потеря позиции в первую очередь обернуться, фолил уже и защитник ВЭТ. Но рефери все прекрасно видел. Михаил Бесчастный, к слову, даже в перерыве переоделся в экипировку другого цвета. В итоге он... Нарушение правил со стороны Семена Нагорных в том эпизоде зафиксировал. Еще один аут. Не успевает сохранить мяч в поле. Козлов. Фол, да. В спину толкает Козлова Масленников. Понимая, что каким-то иным способом добраться до мяча ему будет достаточно сложно. В итоге штрафной фиксирует рефери. И это вот как раз-таки тот случай, о котором мы говорили, что ровно в таких шансах и есть возможность химчан спасти эту встречу. Вот сейчас нужно непременно Семена Нагорных забивать и сокращать отставание до одного мяча. Удар, приходится он в кого-то из защитников, затем добивание, еще один выстрел, и везет откровенно в этом эпизоде. Момент получился действительно опасный, да, сначала первый удар Нагорных принял на себя защитник, затем был момент у подключившегося к стандарту Дениса Романенко, еще добивание Козлова, в итоге угловой, и момент, наверное, можно только
записать в опасный еще один шанс. Тут уже Геращенко по-настоящему классно играет, а сейчас не менее здорово действует и Юрченко, который контратаку своей команды возглавляет. Там, да, его подталкивали в спину, это было хорошо видно. Вот еще раз давайте посмотрим повтор этого эпизода. Удар или нет, или в штангу там пришелся. Действительно, не успел среагировать на этот выстрел Юрий Геращенко. Хотя в динамике мне, честно, показалось, что это именно он там выручил свою команду, да, возможно, какое-то мимолетное такое касание, но оказавшееся решающим в этом эпизоде и было. Что ж, посмотрим теперь за штрафным в исполнении ВЭТ. Наброс в исполнении Юрченко, это похоже больше на удар было, но Мараховский на линии ворот надежен, переводит мяч через лицевую линию. Теперь корнер от левой бровки будет разыгрывать красно-белые. Подача. Снова Мараховский. Козлов. Один в окружении троих оказался. Здесь было сложновато ему, конечно же. Но вот Масленников, похоже, поймал свою стихию. Скользкому газону катится, с удовольствием выбивая мячи в сложных эпизодах. Вот сейчас сорвав таким образом атаку соперника, более того, без нарушения правил, за боковой мяч он выбил. Романенко, Козлов ставит корпус, удар, вновь этот выстрел не получается у нападающего Росенера. И ответ ВЭТ. И здесь удается Владимиру Ермощенко остановить прорыв своего оппонента на горных. Подача. И не дойдет мяч до Козлова. Козлов, у меня такое чувство, немножко поднаелся, да? Не во все единоборства он вступает. И, в принципе, уже не такой активен, как был в начале поединка, когда и свой единственный гол в этом матче Росенера пока провел. Это, конечно, отсутствие замен в линии нападения сейчас немножко так сказывается для химчан. Вот отдохнуть надо было минут 5 назад, дать Козлову, чтобы он на концовочку вышел таким свеженьким и снова голодным до моментов. А вот здесь аут в итоге, да, в пользу ВЭТ должен остаться мяч. Там в подкате не повезло Филиппову, быстро вбрасывают красно-белый мяч и... В итоге удар Владимира Юрченко приходится в кого-то из защитников Росенера. Замены. Еще перестановки у химчана. Тренерский штаб ищет варианты, которые могут позволить спасти эту игру. Здесь уже откровенно фалили защитники Росенера. И желтая карточка, да, первая. Красная? Красную карточку. Желтая, конечно же. Просто две карточки одновременно вытащил из кармашка Михаил Бесчастных. И чем смутил не только нас, на самом деле, уже такой ропот и по стадиону пошел красная. И поэтому акцентировал свое внимание, что желтую карточку показал Михаил Бесчастных Кириллу Филиппову, который сорвал атаку оппонента. Ну и штрафной, да, заработал ВЭТ за 8 минут до конца. Подача. Какой хитрый черпачок, да, в исполнении Юрченко. Все, похоже, ждали удар на силу или какой-то пас такой под выстрел партнера. А он черпачком так пытался в дальнюю девятку отправить мяч. Чуть-чуть точности ему не хватило. Степнов выигрывает очередное единоборство. И Казанцев за мяч зацепится. Юрченко назад на партнера играет. Еще налево. Степнов обыгрывает один в один. Затем еще и Монина со своего пути убирает. Не торопится ВЭТ, понятное дело. В два мяча комфортное преимущество ведет. Но при этом стараясь не отдавать мяч сопернику, не позволяя ему таким образом даже предпринимать попытки отыграться. Степнов
убирает под правую, сразу же бьет, конечно же, и забивает второй гол в этом матче. Не самым лучшим образом Константин Мараховский в этом эпизоде сыграл, но опять-таки всех собак на голкипера вешать мы с вами не будем. Опять-таки скользкое поле, сложно здесь сложиться, ну и до конца, что называется, руку не поставил голкипер. В итоге выручить свою команду он не сумел. 4-1 становится счет за 6 с небольшим минуты до конца поединка. На этом, наверное, все, да? Интрига этого противостояния умирает. Едва ли удастся Руссонеро 3 мяча за оставшееся время отыграть. Но, тем не менее, матч мы с вами посмотрели очень хороший. Руссонеро открыл счет достаточно быстро в начале поединка, но удержать преимущество свое не сумел. Но понятное дело, что Руссонеро не будет сдаваться и продолжит играть до конца поединка. Вот еще один штрафной, еще одна возможность сократить отставание в счете. Предыдущий удар со штрафного на Горных закончился такой суматохой, что там сразу три момента были для того, чтобы отправить мяч в сетку ворот Юрия Геращенко. Сейчас Нагорных бьет уже без каких-то колебаний в девятку. Ну и подловил он Юрия Геращенко на том, что все-таки не хватает ему, да, каких-то вратарских навыков. И в итоге в его же угол в девятку и отправил мяч. 2-4. По факту обменялись быстренько голами соперники. И если бы такое произошло минут 5 назад, мы бы сказали, что ничего не изменилось. Но на самом деле времени просто меньше у Руссонеро. Теперь остается на камбэк. А Юрченко еще одну атаку завершает третьим голом. Великолепная комбинация. Просто все как по нотам разыграли футболисты в этой ситуации. В итоге на пустые ворота Юрченко вывели партнеры. Но здесь со всеми повзаимодействовал Хавбек Вэт. И никто не смог остановить его траекторию продвижения к воротам. И завершающий штрих — удар по пустым владениям Мараховского. 2-5. Вновь вырастает разрыв в счете до крупных цифр в пользу номинальных гостей. Напомним, что в первом круге Вэт также добился крупной победы. Тогда, правда, со счетом 8-2 химчане уступили. И тогда Юрченко, я уже упоминал об этом во время эфира, также отметился хет-триком. Козлов принимает мяч чужой штрафной. Его удар вновь блокируют. И еще одна возможность для контратаки. Но, похоже, уже и сами футболисты Вэт не особо с охотой идут вперед, предпочитая все-таки большими силами в обороне остаться, не позволив таким образом еще забить сопернику. Подача. Здесь Масленников играет. Еще один угловой. Монин. Подача. И вновь защитники в это до мяча добираются. Филиппов. Монин. Прострел. И разряжает обстановку защитники в красно-белой форме. Ну, сегодня в салатово-красном. Степнов здорово в отборе сыграл. Удар с дальней дистанции. Увидел там, да, Виталий Казанцев, что вышел из ворот Константин Мараховский и пытался едва ли не с интрополя застать того врасплох, но удар толком не получился. Козлов подбирает ногу, все никак не мог сохранить равновесие. Прострел. И вновь не дойдет мяч до кого-то из атакующих сил. 2 минуты остается до окончания этого поединка. Филиппов катит направо. Козлов. Нужно, наверное, уже сбрасывать под удар. Но нет, разворачивается сам, бьет.
по-хорошему жадный, конечно, форвард Никита Козлов. Там под удар здорово, на самом деле, Дмитрий Арапов открылся, но пытался все сам сделать в этом эпизоде нападающий Россенера. В итоге вынуждены красно-черные довольствоваться лишь главы. Еще одна подача, сколько их уже было сегодня. На этот раз добирается Никита Козлов до мяча, но пробить акцентированно ему не позволяют защитники ВЭТ. Ющенко налево на Степнова. Симонов того встречает, и в итоге чуть-чуть приостанавливается капитан ВЭТ, но атака продолжается. Как только пошел подсказ от защитников, подержите мяч, покатайте, не давайте его сопернику, сразу же потеря состоялась. Но передача на Монина по замыслу своему была правильная, вот исполнение, конечно, подвело. Последняя минута сегодняшней встречи, тем временем уже начала свой отчет. Давайте немножко о турнирных раскладах поговорим. ВЭТ благодаря этой победе поднимается в таблице на третье место, сравнявшись по очкам с Практиком. Но результаты личных встреч в пользу команды Александра Степнова. В первом круге они оказались сильнее со счетом 5-3. Но напомним вам, что ввиду определенных регламентных изменений в этом году напрямую в высший дивизион пробьются сразу 4 команды от первой лиги. Поэтому разница между третьей и четвертой позицией, наверное, только в наличии или отсутствии медалей. Ну что ж, дорогие друзья, на этой ноте у нас заканчивается это увлекательное противостояние. Вместе с вами за ходом этого поединка следил Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной лиги и до свидания.